Всех приветствую. 27 июня, вторник, 2023 год. Немного может быть ветер, но так ветрено с утра. Вот остался вот такой вот ручеёчек. С целого, я не знаю, тут просто такая глубина была, чтобы с этого вот острова переплыть сюда, это надо было ого-го именно постараться. Но все-таки какое-то течение есть. Бухта, понятно, все уже мертво. Туда разве что. Ну, была бы сейчас другая утуба, я бы уже перешел на эту сторону. Как-то так и не подумал я. Все хочу вон подойти вот туда, где лежит этот кусок металла. Красиво так, облачно. Атмосферное утро. Хоть эту ночь получилось выспаться. Устаешь, конечно, морально от этого всего. Ну, говорю, как есть. Да, не подумал, надо было взять другую обувь. И показал бы вам, походил бы по этим островам. Ну, купаться как-то вообще. Я смотрю, что там происходит в Одессе. Креветка у берега. Просто там килограммами. Потому что, наверное, такое количество пресной воды для нее как-то чревато гибелью. Вот то, что есть на данный момент. Купаться, я уверен, не в Болгарии, там, не в Турции, не в Одессе особо нежелательно. Все, то, что имею на данный момент. Подписывайтесь, кто не подписан. Бережите себя, своих родных и нашу прекрасную природу. Без нее, наверное, всем нам будет.